Андрей сегодня будет. Так мы же не рвем. Так кто тебя знает, я смонтирую. Красная книга. Говорят, срывать нельзя, штраф большой. Поэтому трогать даже боимся. А вот, совсем другая. Коля, гребем быстрее. Уплывает. Катер отплывает. Первую, вторую. В общем, мангальчик есть, розаночка есть, два пляжа есть, людей нету никого, тишина. И еще у нас есть стол. Не кидай, я уже не поплыл. Давай, давай, что такое, сдох? Что за самолет? Прикольно. Надо, наверное, чтобы вообще ветра не было, тогда четко полетит. Ух, класс. Когда нет ножа, но надо порезать кабачок, выход есть всегда. Крышечка от короны. Коля, ты что, потом будешь говорить, вырежи меня. Классный получился день. Угу. Да? Тебе понравилось? Очень. Кому нужно сказать спасибо? Гарику. Да, Гарику спасибо. Сейчас мы погружаем лодочку обратно на прицеп. И будем ехать в город. Кстати, плавали мы сегодня ориентировочно по Орельке. Не знаю, и Устье. Может, на карте где-то отмечу эти места. Но действительно тут красиво. И водичка чистая. Гарик сказал, что самая чистая река Европы – это Орель. Ну, что-то мне не верится, да, но да, все может быть, все может быть. Если вы знаете, какая самая чистая река Европы, напишите в комментарии. Ну, Украина, да? А, в Европе. А, в Европе. Так я за Европу говорю. Дима, ты что,